круто валит, смотри. Это серьезные какие-то новенькие, да? Первый раз они или второй? Нахалыч, это Нахалыч, да? Да нет, это какие-то новые. Новенькие? Да. Сейчас застрянет. Да конечно, это ж Toyota. Или сломается. Ну у вас ты видел, как валит? Да, вообще. Ничего не боится. Дикая машина. Да. Мы в Михалыча колею попадаем или нет? Не, мы вообще ни в какую не попадаем. А вот смотри у вас какой модный. Страна-изготовитель Белая Церковь. Вот это? Да, оригинально. Там же резину делают, они что, еще и такие штуки? И УАЗы делают. Смотри, 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 Range Rover пошел. Давай, Леня, режь. Мы не выедем, смотри, ты видишь. Да выедем. Режь, режь, на 20-х, смотри, на 20-х пошел. Нива пошла, как мы не выедем? Нива едет, ё-моё, Леня, блин. Такого позора я еще не помню. Я тоже. Ты тоже не помнишь? Глянь, патриоты какие-то едут, елки-палки. Так сейчас освободится место здесь, зачем надрываться? Да, давай. А, там... А, там Витя, там Витя Убер застрял. Витя Убер. Мы здесь не едем. Болт Уберович застрял. Жека назад. Давай, уходи, уходи, уходи быстро, пока Жека на ходу. Ты? Витя... Уперся. Давай, давай, давай. Обходи, обходи его. Посигнали ему, Леня. Да, обходи, догоняй, режь. Витя, Витя, где ты, Витя? Витя, давай! Смотри, как ускорился сразу. Ну тут его подрезали. Нива злая подрезала. Блин, со стеклом, конечно, проблемы у тебя. Конечно. Давай по встречке. Подожди, я Криса потерял. Давай по встречке, да он догонит, он быстро. Крис, ты на месте, где ты? Где ты, Витя? Я тебя снимал, ты что, не видел? Я по харду еду. Давай. Сейчас я тебе скажу, как правильно поехать. Это Range Rover, это вам не шутки, друзья. Да? Вставляет всех просто. Просто разрывает. На отсечке идет. Сможешь по его следам лупануть? По его следам? Да, сейчас я тебя научу. Давай, ты меня толкни только. Ты меня толкни только. Давай! Пошел! Красавчик! Витя, стой! Пошел. По пробитому, конечно, намного легче идет. Все, Нива приехала. Давай, влево режь навстречку. Не, пошла. Подожди меня! Так, Леня. Леня тут. Там еще отставшие есть. Поехал! Да подожди, колобок впереди, куда мы поедем? А, он не проехал? Давай я на крыше поеду. Леня, куда он едет? Леня домой, наверное. Ну, хороший рейд. Не скучно. Нормально идем. Держись! Дневник обход! Так, мы погнали вперед. Как-то не всем тут просто. Ой, так тепленько на капоте, вы даже не представляете. Греет все части тела, ножки. Ну, ручки не очень. Нива, посмотрите. Режь, режь навстречку. Спортец. Идет тяжело. Сложнее всего первым, конечно.
пробивать, у него гонят сегодня. Подожди, там сзади застряли. Сзади там не все едут. Шашку не сломай мне, я прошу. Это ж мой ограничитель. Шашка тут туда удачно стоит. Что, погнали дальше? Да, вот вам и у вас на стоковых шинах. Полностью стоковый. Блин, где-то упереться ногами еще. Так, ну Тойоты тут задают тона, кто первый, а первый Range Rover. За ним Тойоты, Вранглер, и мы тут все остальные нет, кто-то вон еще, Паджеро 2 на 37-х, и мы тут все. А ну ты из болта вообще! Ну что, штурман, куда мне ехать, я не пойму. А тут отец Павло! Павло! Павлу сигналят, Павло, конечно. Павло уже не тот, что был на той неделе. Тупо пешеход. Я хоть на капоте еду, ё-моё. Тут Витя. Нормально идем. Главное не слететь с капота. Стой, блин. Достаточно непросто тут. Витя, медленнее чуть-чуть. Так, ну идем нормально. Остальные сзади вот. Витя на месте. Смотрите, как он рулит. Блин, как-то тут немного небольшой дискомфорт есть, конечно, но идем неплохо. Ну, по пробитому все идут. Кадры шикарные. Ну, так-то видно, и снега меньше, наверное. По всему. Маршрут неплохой. Снежок есть. У гелика полуось сломалась в районе шлицов, там где входит в редуктор. Антон рассказал уже. Заказали полуось с торсионной стали. Обещают, что сломаться не должна. Протестируют ребята. Так, колонна за нами. Мы сразу на ее хазы бабай. Витя тут. Блин, что ты не придумаешь, чтобы квадрокоптер не покупать. Левый берег вдалеке виден. Удобно тут держаться, есть ручка специальная. Это упор капота, когда поднимаешь.
берем. Увидите сайт verom.com.ua, заходите. Кому нужен железобетон, он вам поможет. Так, тут какие-то кавалеристы навстречу. Нормально идут. Басим в порядке. Первая передача, судя по звуку. Что ты меня назад пусти? Пусти на родину! Давай ко мне сюда! На ходу? Залай, давай! Да я упаду, ты что, сдурел? Давай, давай, залай! Да не, Витя, останови! Остановись! Остановись! Нет! Я тебя никогда не брошу! Мы потеряем меня тогда! Потому что ты хороший! Блин, буду искать, сейчас сугроб куда-то катапультируюсь. Мне поглубже надо. Блин, мотыляет тут меня. Да, такой денек, а вот уже небольшая остановка. Тут мы сможет отдохнуть моя левая рука, которая намертво вцепилась. Блин, тут ногами есть хорошо, вот есть упоры небольшие. Витя закладывает. О. Что там, Рус, нормально? О. Миниатюр самолетик. Самолетик не натер. Искал канаву поглубже, где было скинуть, не нашел. Эй, Витя, ты его там так натерел, что теперь будет постоянно красный. А что это такое едет? Снег, вот такое. А что, на гусеницах? Да. Ну вот же оно ездит. Не гусеница это, как она? Снегокот обычный. Ни хрена себе. Пошел. Давай, пока не провалился. Не провалится, хорошо? Конечно, не провалится. Можно покружиться. Нет, так провалится. Да? Насчет сверлит, провалится. Да давай провалится. А ты хитрый. Я снимаю. Слышишь, Барби. 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 Хера себе, Барби, чуть не улетел в сугроб. Что, это Тарабайка лучше Нивы, ты хочешь сказать? Спокойно. Нива, конечно, тут шла бы. Нива хорошая, это легкий, для соревнований идеальный. Но вот так-то дальняк не вариант. Да, ну что ты рассказываешь? Я знаю, люди и в Карпаты ездят, и все. Безусловно, фоксы стоят. Нормально заряжена машина. А блокировки есть? Нету? И задней нету? Задней тоже нет? Не Рубикон. Хороший аппарат все равно. Чуть не проехал. Так, Витя пошел. Никто не верил, то, что он пойдет на обгон. Все, поехали? Поехали. Залетаем. Что, вниз едем? Не понимаешь, о чем речь. Давай. Здесь это лучшая машина. Здесь. Дубай. Сейчас. Какая? Ну, Хайлюкс. Какой Хайлюкс, ты что гонишь? Лучшей машине мы внутри. Нет, ну 100%. Ты имеешь в виду после... Я имею в виду здесь, сейчас, ну, рабочая машина нормальная.
Вон Андрюха пошел. Давай за ним давай. Андрюха включил, говорит, включил задний. Да, автомат. Ну конечно. Range Rover как без автомата. Валим, 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 режь всех, Витя. Сейчас, где-то надо какой-то бугорок будет найти. Слева. Слева бугорок надо найти будет. Нормально идем. За Range Rover. У нас колея одинаковая, Витя? Колея одинаковая? Не пойму, мы едем или не едем? Едем, а что мы не едем? Да нет, мы доедем, вот так. Идем, идем, идем. Идем за Range Rover. За Range Rover идем. Банда за нами. Range Rover'у тяжело становится, смотри. Ну, если что, пробьешь ему колею, да? Да, главное его не бросать. Я дело в том, что могу вообще по корке ехать. Да ну ладно. Да. Сейчас покажу. Точно можешь? Здесь просто поле, правильно? Да. А что, ты кому-то дорогу рассказываешь или что? Не, я просто спрашиваю. А. Здесь поле, что получается. Поле, там может озеро быть где-то. Ого, как Range Rover'у непросто тут. Да, я сейчас там просто подтоплю, дай боже. Не, ему просто, он просто едет специально, чтобы не наблягать автомат. Он едет на вторую, чтобы она не переключалась на третью. Думаешь? Да, 100%. А он в большом режиме, пофиг. Не, или тяжело. Смотрит, как мы едем, не может понять, понял? У нас наклейки решают. Подожди, не едь пока, пусть стартанет. Понятно. Я сниму его, что как он пробьет. Стой, 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 Витя, стой. Подержи. Сумасшедший. Пробил. Пошли, мы за ним. Алло. Мы вторыми. Да, я уже перевернулся. Ой, ну не рассказывайте громкие фразы, перевернулся. Ну ты должен смотреть на канале. Руслан подписал со мной договор, а не разрушение. Я больше ничего сказать не могу. Режь, да режь сбоку, режь. Сейчас подъеду. Подожди, тут встречка. Я за вами. А, мы за ними? Да-да, вы за нами. А ну, подержи. Банан ему мешает, он из-за этого проблема у нас. Витя, давай. Нам первая нужна. Первая. Давай, 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 идет. Поехал на первой. Не-не-не, все, вторая. Первая, нафига ты, чуть назад дай. Давай я выйду, подожди, будет легче. Стой, Витя. Давай, иди снимай, как Вася Range Rover объезжает. Вот так, Витя вырвался в лидеры. Бьет колею Range Rover. Пошел. Прошел перемет. Toyota. Все по пробитому пошли. У вас это реальная боевая единица. Пробьет сейчас. Пол, пол, пол. А, тут самый перемет. Не. Вперед, давай попробуем.
Да нет, вперед нет. Не. Горнут вас. Назад, назад толкай, назад, назад. Назад не пойдет. Пошел. Блин, это фантастика. Как это вообще? Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед, Витя. Там стену нагреб. Чуть назад. Чуть назад. Надо толкать его назад. Чуть назад, а потом вперед. Блин, упирается глубоко очень. Ну чуть-чуть осталось, давай еще подъем, тут 3 метра осталось, назад. Надо больше людей. Руслан, давай назад. Раскачешь. Что-то с человеком. Раскачешь. Недоволен, что застрял, наверное. Вперед, вперед, видите, дай вперед. Поверху идет Тойота. Поверху прошли. Все. Пытался задавить опять. Вот так. Сядут все. Нормальное место. Толстая очень корка. Пробьет Тойота. Может пробить. Колеса большие. Витя пробился. Это крутяк. Это из-за тебя туша тяжелая просто и застряли. Если бы ты рядом бежал, Пашенька, проблем бы не было. Пробил, красавчик. Толкай! Красавчик. Хорошо Патриот едет. Да? Да. А Витя Убер. Я говорил, застрял вообще не за помощью. Лёдя застрял. Да все. Калыч застрял. Ух, блин, жесть. Жека едет на помощь. Ищет у Фройда на свою голову. Думаешь? Все. Да не, вверх. Вверх сложновато там. Вот там Бульдера отец Павло. Мне. Благослови их, они проедут. Что там у Лени произошло? Разворот. Глумиться, мне кажется. Да?
Выбило. Выбило? Глумится, глумится. Я сказал, что японцы не фарш. И теперь он будет доказывать 2 месяца, что японцы это лидеры. Не во лучше, мне кажется, даже. Прикинь, как бы тут красная дубасила. Вован. Вован на красный. Ты его не знаешь, наверное. Смотри, как натяжечка. Давай. Покажи в натяжечку. 3L мотор? 5L мотор. 3-литровый. Без турбины. Там пошло кружение какое-то. Блокировок не хватает, конечно. Хотя бы заднюю толкало бы. А у тебя блокировок же нету, да? Нет. А у Вити есть. Ни блокировок, ни Apple Watch стандартный. На Патриоте. А колеса 33. 33 комфортеры и все. Красиво едет. У меня подушку можно будет вообще раздавать еще лучше. Хочет. Ты на лед хочешь заехать? Ленечка, что произошло, Ленечка? Эфочки, дай. Что, Ленечка? Подкрутился этот, блин. Дверь без АТС. Просто горит, горит насос. С месячной началось. Все увидишь. Месячная. Если ты едешь на заправку, найдешь АТС-ку. Может, у кого-то есть. Смотри, вот так отвертку можно зацепить. Старый. А, на улице. Витя отжал 2 стяжки. Жека, отойди чуть-чуть, Жека, там Витя тюнинг делает. Саня, отойди, Саня. Ну что, затюнинговал? Витя, Витя, попрыгай, чтобы не спадали. Нормально. Слышь, надо обрезать, чтобы ты не зацепился за это, за шкив коленвала этими. Ребят, на 17 и на 19, алло. Не, едет Филь пока. Филь не летает. Филь, нету передка. Передок включи. Я думал, ты уже поломал. Глумится. Ого, нагреб там. Осторожно, УАЗ, дорогой! Все, запарковался. Убери, попарковай. Все. Хорошо. Блокировку заднюю включи. Давай назад. Она не работает. Включил, говори. Русь, а что там не едет? Русь. Все, не ждут. Осторожно, не застрянь. Витя, уезжай. Серьезный аппарат. Так, Леня без гидроусилителя. Леня, рулю блокировку включи. Куда? Руль уже не повернется, вы че? Не знаю, я шучу. Он прямо на Киев стоит, руль сейчас. Полезно. Слышь, так ему гидроусилитель не нужен вообще, посмотри, как он его крутит. Давайте толкнем. Вот еще. Подожди, кто-то едет, Влад. Сейчас прилетит стропон там.
Егор, толкай! Как-то. Так, куда-то нас сносит. Я вырулил. Сняли ремень гидроусилителя. И едем. Блин, Витя Убер уехал. Что? Убер уехал. Я вызвал его. Уехал? Надо догнать сейчас. Я перчатки одену и догоню. Так, поймал машину проверенную. У тебя проблемы из-за развесовки. Да? Ну, конечно. Сейчас, будет, сейчас лучше пойдет. Смотри. Оно же одна сторона тонет, а так две тонут. Убер уехал. Не хватает, конечно, задней блокировки. Ты Ниву нашел уже или нет? Или передумал уже? Жека. Жека. Человеку продать. Ну, в принципе, да. А где дорога? Куда они делись? Вот туда, наверное, поехали. Йо! Что, в натуре? Так нет. Ну, там маленький склон. Поехали. Ты у меня лыжи надо было одеть. Можно было съехать тут. Правда, не тот тип лыж. А что, сюда поехали? А, тут просто переходит. Да. Ну что, интересная траектория. Привлекает, конечно, в этой машине, как работает мотор, да? Внизу вообще. Да. Никаких напрягов, крутящего момента все время хватает. Динамики не всегда, да? Но момента всегда. Ведь Убер исчез. Тут такой лесочек красивый. Что лопнуло? Внезапный вал, который держит в коробке. Блин, надо ехать назад. Мы заедем? Так, а кто? На какой Ниве? На Ниве промвал лопнул. Бежевая Нива, вот тут можно развернуться или опасно. Я понял. Нет, давай просто назад в любом случае не выйдем. А куда нам ехать? Давай попробуем. Застрял кто-то? Может, в объяву бросить проще? Да.